пора менять пауэрбанки. И тут я заметил такую странную закономерность. Странно, но почему-то на AliExpress, на котором сейчас нет доставки, в Китае бушует коронавирус и все такое бла-бла-бла. В общем, там цены на порядок выше, чем у уже поставщиков, которые заказывают напрямую из Китая и которым товар пришел раньше, вот в города. Короче, пауэрбанк, который я заметил, приглядел, так сказать, выбрал, вот, на сайтах AliExpress стоит в пределах 1700 рублей вечно деревянных, и уже здесь на месте он стоит почему-то 1200. Странно, но тем не менее это оригинал, это никакая не копия, это тот же самый продукт, но намного дешевле и уже на месте. Можете убедиться на данных кадрах, где видно, что на AliExpress он стоит столько-то и на сайте NokKindle стоит столько-то. И не откладывая в долгий ящик приобретения нового пауэрбанка, мы его приобрели. Вот теперь осталось приобрести еще один жене, только не знаю, какой она выберет, на 10 тысяч либо же на 20, как у меня. Вот все будет зависеть от того, что она захочет. Но вы можете подготовить таким образом подарок своим любимым на 8 марта. Пришла весна, которая пришла не из зимы, а из осени, и принесла нам много интересного в этом году. Отсутствие китайских посылок напрямую из Китая, коронавирус, прыщи, простуду, кашель и сопли. Но речь не об этом. Вот, значит, в такой замечательной упаковке поставляется пауэрбанк, который весит ни много ни мало 350 граммов. Хороший софт-тач пакетик. Там еще инструкция к нему. Белый матовый пластик с надписью Redmi, маленькими характеристиками и о том, что он на 20 тысяч. Защитная пленочка, первое включение. Ну, наполовину заряжен, это уже хорошо. Когда мы делаем двоекратное включение, включается минимальный режим для зарядки малыми токами. Это не стоит забывать. Здесь, конечно, он замечательно глянцевый. Ну, в руках сидит хорошо, в принципе. Убираем защитную пленочку. Здесь у нас микро USB, Type-C и два выхода на USB интерфейс. Долгим нажатием он либо включается, либо выключается. Замечательная вещь на подарок, либо же на собственное использование. В преддверии 8 марта, я думаю, что самое то. Если это слишком большой габаритный размер для вас будет, купите, пожалуйста, на 10-ку своей жене, а 20-ку оставьте себе, поскольку она имеет быструю зарядку на 18 ватт и заряжается гораздо быстрее. Там еще мануальчик какой-то, и я не вижу здесь вообще кабелька. Ну, ничего, это не самое главное в жизни. Так что как-то так, затестим уже в других видео. И первые впечатления от эксплуатации я расскажу потом.
Mm-hmm.